Текущая оперативная обстановка на юге Украины. Обстановка в нашей зоне ответственности в Южнобужском и Таврическом операционных районах стабильно сложная, но подконтрольная силам обороны. Противник продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра. Пытается создать дополнительные рубежи обороны, многоуровневые удержания занятых рубежей. Продолжает наносить огневые поражения наших войск и деоккупированных населенных пунктов вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов. Нанес ракетный удар двумя ракетами Х-31 в Береславском районе, без человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. Нашими авиаторами были поражены 4 района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу. Нашими ракетно-артиллеристическими подразделениями выполнены огневые задачи, подтверждены результаты вражеских потерь рашистов, админ здания, автобронетехника. Остальные результаты доразведываются. В Черном море корабельная группировка врага насчитывает боевые корабли, среди которых нет ракетоносителей на дежурстве. Но это не повод расслабляться. В течение нескольких часов ситуация может потерпеть существенные изменения, и ракетоносители будут выведены повышенную боевую готовность. Важно помнить, что даже положительные новости и развитие событий не должны уменьшать нашу бдительность. На деоккупированных территориях постепенно возвращается благо цивилизации, которых херсонцев лишили расисты. Восстанавливается электросеть, водоснабжение, связь и интернет. В то же время еще очень много работы по стабилизации. Именно поэтому местным жителям следует соблюдать правила минной безопасности и рекомендации органов легитимных властей, не создавать скопления людей, не находиться на непроверенных территориях, быть осмотрительными и бдительными. Враг усилил воздушную разведку, в том числе из беспилотников, выявляя наши военные позиции. Вполне вероятно, что корректируют такие беспилотники и огонь по гражданской инфраструктуре. Вместе с тем, возможно и использование дронов «Камикадзе». Несмотря на отсутствие морского ракетоносителя на боевом дежурстве, угроза с моря реальна. Атака дронов вероятна. Артиллеристические и другие обстрелы соответствующих участков вполне возможны, и все это вместе опасно. Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий, переходите в укрытие. С подозрительными предметами и необследованными местностями, в частности, на деоккупированных территориях, следует быть осмотрительными, не рисковать зря. Доверять опасное дело специалистам. Мы еще раз доказали, что мудрая и несокрушимая нация достойна уважения и победы. Именно поэтому все у нас Украина.